Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и тут у нас вышел Meizu MX6, более доступные модификации. Ссылочки на интересные товары вы найдете в описании к видео. Компания Meizu выпустила упрощенную версию флагманского смартфона MX6. Новинка отличается от оригинала MX6 всего по одному критерию – уменьшенному объему оперативной памяти. Если в обычном Meizu MX6 установлено 4 ГБ оперативной памяти, то в упрощенной версии только 3. Во всем остальном это все тот же 5,5-дюймовый цельнометаллический смартфон, мало чем отличающийся от всех последних устройств производителя. Спереди экран прикрыт закаленным стеклом 2,5D с закругленными краями, а под дисплеем разместилась фирменная овальная кнопка «Домой» со встроенным сканером отпечатка пальцев M-Touch 2.1. Внутри Meizu MX6 установлен 10-ядерный процессор MediaTek Helio X20, графический ускоритель ARM Mali T880, 32 ГБ встроенной памяти, 12-мегапиксельная основная камера Sony EMX386 с апертурой f2.0 и фазовым автофокусом, 5-мегапиксельная фронтальная камера и разъем USB Type-C и аккумулятор емкостью 3060 мАч с поддержкой быстрой зарядки. M-Charge 3.0 Meizu MX6 с 3 ГБ оперативки поступит в продажу в Китае 1 октября по цене около $270. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.